Первое и самое важное правило – не проявлять по отношению к щенку агрессию. Она никогда не приносила успехов в воспитании, зато безвозвратно портила отношения между хозяином и питомцем. Чтобы отучить щенка кусаться за руки или за ноги, изначально не спускайте ему такое поведение с лап. Многие хозяева в процессе игры сами поощряют укусы, а потом жалуются на питомцев. Приобретите специальные игрушки для игр с собакой. Щенок должен кусать их, а не ваши руки и ноги. Если щенок уже кусается, перевоспитайте его как можно раньше. Чем быстрее вы начнете корректировать его поведение, тем больше шансов добиться успеха. Кроме того, важно быть последовательным. Взявшись за воспитание, не делайте поблажек. Если видео было вам интересным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.